Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. И к другим темам. В этом году в Белом Яру заменят только 1 километр ветхих инженерных сетей. Это меньше 1% от запланированного объема. Всего же в Сургутском районе в планах поменять 4% коммуникаций. Это около 14 километров. На работы в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей. Несмотря на ветхость и изношенность инженерных сетей, полностью менять их невыгодно, пояснили в администрации. Нужно сносить аварийные и фенольные дома, к которым и подходят трубы. А прокладывать новые бессмысленно. После ликвидации ветхих зданий они окажутся бесполезными. Между тем, в Сургутском районе примерно 80% жилого фонда признаны непригодными для жизни, а порывы инженерных сетей из-за их изношенности случаются почти каждый день. Если даже будет сегодня, оно не будет принято такое решение о полной там замене сетей, которые идут на этот ветхий жилой фонд, ну, я лично буду противником. Если бы это была единственная проблема Сургутского района по сетям, я бы сказал, ну да ладно, давайте там изыщем какие-то средства. И самая большая беда, что мы эти средства закопаем, и через какое-то время мы их уже применить никуда не сможем. Закопать эти деньги в землю, ну, неправильно. Но и не выполнять какие-то работы тоже нельзя, иначе просто мы можем прийти к неприятной ситуации. Книга жалоб. Злободневно, достоверно. Каждую неделю на телеканалах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.